Центральной библиотеке Десногорска новое пополнение. За последние несколько лет это первое большое поступление книг. Здесь представлена лишь малая их часть. Как говорят сотрудники библиотеки, многие популярные издания уже в руках читателей. Несмотря на век цифровых технологий, когда электронные версии книг можно приобретать через телефон или другие устройства, Десногорская библиотека продолжает пользоваться большим спросом у жителей города. А благодаря победе делегации из Десногорска в форме фестиваля «Созвездие городов Росэнергоатома» летом этого года в Волгодонске библиотеке были выделены средства на значительное пополнение книжного фонда. Было приобретено 837 экземпляров, из которых 498 находятся в детской библиотеке. Литературу отбирали с учетом возраста и запросов наших читателей. По возможности представлены все виды и жанры книжной продукции. Различные книги на историческую тематику. Вот, например, калужский автор Сергей Михеенков описал события, которые происходят в хорошо известных нам местах – Кукуевка, Зимницы, Крапивна, Шуи, Кузьминичи. А рейтинг книг возглавляет произведение Алексея Иванова «Тобол малоизбранных». Историческая киноэпопея «Тобол» по мотивам одноименного романа Алексея Иванова пользуется большим успехом у любителей кинематографа. Помимо исторических произведений и романов, читательским спросом также пользуются и биографии Павла Басинского, загадочные детективы норвежского писателя Юн Несбе. Также в новом поступлении есть книги и с православной тематикой, которые носят психологический характер. Одна из них – «Слезы матери». Книга о великой силе материнской молитвы за детей. По сути своей, это сборник рассказов, воспоминаний о чудесах, происходивших по молитве матери за своего ребенка. К такому же жанру относится и книга Марины Кравцовой «Тайна женского счастья», в которой есть один простой совет для всех – не ищите любовь, дарите любовь. Также сотрудники библиотеки рекомендуют прочитать произведения Романа Сенчина, Татьяны Устиновой и многих других известных авторов. Какая книга из всех представленных самая интересная, сказать сложно. Каждое произведение по-своему уникально, и в каждом вы найдете совершенно разные и не похожие на друг друга истории. Ксения Вьюшкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.